Понял. Вовочка спросил у папы, расскажи-ка, папа, мне, а бывают ли на свете лошади круглые? Папа очень удивился и спросил у Вовочки, а с чего это решил ты, что бывают круглые? Тогда Вова говорит, вчера мама говорила полчаса по телефону и кому-то рассказала, этот круглый лошара, он зачем-то купил ладу. Понял. Как-то раз компания засиделась допоздна, у хозяина спросили, как ты время узнаешь? У тебя тут не часов, а Петрович говорит, у меня зато есть кон, смотрим, как работает. Продрубил он, что есть мочи, и потом прислушались. Ты, Петрович, охренел, слышно с верхних этажей. 3:20, слишком рано разбудил. А компания сидит, во дворе уже светло. Спрашивает тот же Кост, как сейчас узнаешь время? Он нам не получится, явно не получится. И тогда наш Петрович подошел к одной стене, кулаком он постучал и спросил погромче, Вася, ты бухать не хочешь? А за стенкой говорят, это как это бухать? 7:40. Понял. Как вы поживаете вашими молитвами? Но так я же атеист, ну а я-то думаю, почему все у меня наперекосяк идет? Поздним темным вечером ехала маршрутка, дама одинокая у водителя спросила, разрешаете ли мне сесть маршрутку с животным? И водитель разрешил. Тогда дама говорит, заползай быстрей маршрутку, пьяная скотина. Объявление на двери кабинета окулиста. У кого есть третий глаз, обращайтесь к психиатру. Понял. Из всех бухгалтеров мало кто знает, если взять расходный ордер, завернуть туда траву, а потом его скурить, это получается как приходный ордер. 10 дней назад жена как ушла в командировку, на 10-й день я понял, перепрятывать заначку каждый день, как и раньше, глупая идея.